Друзья, всем привет! Всем здравствуйте, хорошего вам настроения, приятного просмотра. Как вы поняли, у нас СТБ-1. Я думаю, а почему бы не обкатать эту СТ, тем более она сейчас одна из лучших среди СТ 10 уровня. Здесь вам и 11 градусов, и крепкая башня, да еще и голдовая ББшки. Кстати говоря, параметры орудия мне очень нравятся. Тем более, позавчера на стрим пришел человек, который говорит, что вроде как будет в ближайшее время заказ на мастера на этом танке. И вот я сегодня хочу просто посмотреть, насколько сложно это будет сделать. Ну, хотя примерно понять, что тут за планочка. Вы, кстати, пишите обязательно в комментариях, какое количество опыта нужно сделать на этом танке для мастера. Итак, броня во лбу башни 165 мм, во лбу корпуса 110 мм. В бортах башни 132 мм, в бортах корпуса 75. Корма башни и корпуса не отличается броней. И здесь 37 и 25 мм брони соответственно. Что касается радиуса обзора, то здесь 302 метра. Урон в минуту 3510. Время перезарядки 5,6 секунд, что очень приятно. ББшки пробивают 245, голдовые ББшки пробивают 300 мм брони. Средний урон 330 мм. Угу. Средний урон 330 на обычной ББшке, на голде 320. Разница 10 единиц, вы можете вообще затариться одной голдой и кайфовать. Кстати, многие статисты так делают, я уверен. На фугасах средний урон 380. Сведение 3 секунды, разброс 0,293. Углов 11, максималка 55, вооруженность 22 лошадиные силы на тонну. Да классно, что тут говорить, вперед. Посмотрим, что такое СТБ сейчас. Может быть, его вообще уже переоценивают в последнее время. Сейчас разберемся. Вы помните вообще времена, когда у СТБ были борта... Сколько там? Ну, короче, они фугасились чуть ли не средними танками. Вы помните такие времена? Вот с тем ребалансом я еще соглашусь. Когда ему их зашили, они просто перестали фугаситься. Чё по орудию-то СТБ? СТБ, чё по орудию-то? Посмотри, куда он приехал. У вас хоть раз такое было? Посмотри, как они их прям, блин, притягивает. Один свесился, дал. Второй приехал, дал. Ну, это, я не знаю, это... Либо такое смешное совпадение. Либо суровая действительность. А, еще и с тобой не могу пробить. Вазик подкрался незаметно. Блин. Ошибся. Хотел добрать шотного, отвлекся и поехал. Ну, да уж. Ладно, ребят, первый, как говорится, блин комом.
Ну, я наполучал, конечно, много. И первое непробитие было очень странным. Точнее, не непробитие, а я просто не попал в танк. Они там вдвоем стоят, я больше чем уверен. Ладно. Ну, вот так вот. Блин, ну классный бой, но... Короче, я все равно недоволен. В том смысле, что можно было отыграть лучше. 4993, второй знак классности, и как будто бы мастер-то был не за горами. Мне дали тут еще достойное сопротивление. Концепт. Две тычки. Я кара, кстати, не видел даже, где был кара. Честное слово, не видел. Удивило то, что... Хори приехал фокусить меня на вот той позиции вот первоначальной. Дальше. Туда приехал М-60. Туда, по-моему, потом еще приехал и аллигатор. Ну, то есть, совпадение, как говорится, не думаю. Что, не пробитие в СТБ странное. Ладно. Говорить об этом можно вечно. Идем дальше. Здесь знаешь, что может быть? Здесь очень вероятно, что поедут... Ну, 260-й может поехать в поле. Хотя он во взводе с Есотой. Значит, там кто-то есть. А страхово туда ехать, я не вижу, видишь, тут информации никакой. Походу, ребята, тут тяжики будут. Тут точку А берут уже, что-то как-то очень агрессивно. Как будто бы ЛТ так не будет точку А брать, нет? Да, ну видишь, я тебе о чем и говорю. 260 поехал на точку А. Да 100% он со взводным вместе едет. До сих пор, если нету на ТТ-фланге никого. И 7. Удивительно, да? Какое они приняли решение? Ладно. Хотя мне вот тут уран помогает. Кстати, блайнд зашел. Класс.
Ай. Неприятно. Неприятно, ну ладно. Тут моя ошибка, да. Как плохо. Я с СОСом прям накосячил. Прям реально накосячил с СОСом. Ладно, ладно. Мог бы... Наверное. Ну, на 500 хп точно дать больше. Ладно, забей. Так, ну и остается финальный бой. Слив, победа. И сейчас, ну, хотелось бы видеть победу. Минус 20 тысяч, а знаете почему? По-моему, здесь голда дороговато. 3600. Так, ну что, финальный бой? Погнали, погнали, посмотрим на промзону, посмотрим на СТБ. Один раз мне такой, ребята, здесь куш попался. 7 с чем-то, 7500 или 7700 дамага. Ну, ТВП-хам, наверное, тут, конечно, будет сложновато, да. Так, тяжи. Но у них своя игра. 7.48 СТБ. У меня 2 ПТ. Стрёмно, если честно. У нас почему у нас 2 ТВП на респе стоят? Объясните, пожалуйста, кто-нибудь мне. Почему они поняли, что это лучшая для них позиция? Вообще надо было, наверное, фокусить СТБ-ху. Но он там якобы от башни.
не надо было получать. То есть как, в ситуациях, когда можно не получить, нахрен я получаю. Ребят, сорян, это нервы. Это нервы. Хороший бой. Как-то мне с промзоной, ребят, очень сильно везет. Так, 5500, 4 фрага. Первый знак классности. То есть вы понимаете, насколько жестко будет брать на этом танке медаль мастера. Насколько сложно. При том, что я отыграл достаточно эффективно в этом бою. 1541 опыта для половины, а то и большей части нашей игры. Это точно мастер. Народ, у меня на этом все. Всем огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Поставили лайк. Ну, конечно же, подписались на канал. Всем пока-пока.